Selamun aleyküm saygılı dostlar. Мына бүгін у нас очередная рубрика по готовке мяса. Сегодня мына қисмет олса, Аллах қисмет етсе, мына бүгін олажақ кебаб. Қарасу базар кебабы. Güzel etчик алына 1 кило қимаға 300 грамм дымба қосылады. Берем мясо самое хорошее, свежее, желательно домашнее, обязательно. Без домашнего мяса шашлык это не шашлык. Ну что, достар, мына этчигимиз азыр. Кысмет болса, энди башлайк оны мариновать япмага. Мына соғанчыгымыз бар. Кысмет болса, соғандан башлаймыз. Башлайк соғандан. Аллах кысмет етсе, мына башлайк доғрамага соғанны. Лучок нарезаем. Суганчик доврала, но очень тоненько, Вот лучок как нарезали, немножечко ножом его измельчаем. Потом он в лёля-кебабе в процессе жарки, он лопается и вот так, оп, и течет все. Опа, вот он, все, лучок нарезан, меленько. Вот он, готов лучок. Кысмет болса, соғанчықты да қоямыз, печеміз мариновкаға. Процессу маринования нашего кебаба. Это когда я ездил в Узбекистан, мне научил узбек. Большое ему спасибо, чоқ сау болсын. Так, процесс пошел. Солим, переходим, это у нас кориандр молотый. К нашей паприке. Ну и, конечно, черный перец, без него никуда. Кинза. Купенькая, обязательно ее надо немножечко положить. Ну что, достар, енді башлайк. Башлайк оны япмаға, қарыштырмаға. Ой, ой, ой. И вот в таком режиме надо где-то минут 15-20. Все, балдар, вот подходим к сухе нашего фарша. Видите, вроде бы уже все держится. Смотрите, даже не падать. Ай, дум-ла-дум-ла-дай, дай-дай-дай-дум-ла-дай, дай-дай-дай-дум-ла-дай, кебабчик подходит до конца. Сразу, достар, шака и тем шутки делаю, ну, без шуток никуда, поэтому, я думаю, все правильно поймут, вот. Душой и душой все получается, всем желаю, потом все покажу, прекрасно будет. Говорю, кебаб вообще шоколадный. Вот фарш у нас готов, сейчас будем формировать люля-кебаб. Формируем мы их. Формируем. Друзья, переходим к формированию нашего кебаба, сочного кебаба. Смачиваем руку обязательно, а то будет залипать. Вот. Взяли кебаб, просунули. В принципе, можно и так оставить, но нет. Вот так формируется кебаб. Ну что, вот люля-кебаб готовый. Киттек эндебр хаурайк, Аллах кысмет етсе. Достар, мына вақытта келді бізім кебабымызды қауырмаға, қысмет олса, ерші бисмилладан башланы, бисмиллахи рахман рахим. Ана яни. Мына, достар, я рассказывал, да, вот лучок, соғанчик, который пок делает, вот, сок пускает. Талқан су башынада, қозыда кебабы, талқан су башынада, Қозыда кебабы, ішейік шербеті, сүрейік сефайы. Ішейік шербеті, аман, сүрейік сефайы. Ана, оп, сағылды осы кебап чықыларымызда азып, епімізге ақтарыңыз татлы осын. Еблеріңізге тек бізе яш қадерлер кесін.